была в условиях пандемии проделана огромная работа по организации всех этих исследований. Это была огромная работа Центра имени Гамалеи, Министерства здравоохранения и специалистов нашего университета, чтобы качественно провести и в короткие сроки исследования препарата, необходимо, чтобы мы увидели максимально чистую картину. Я бы хотела отдельно поблагодарить всех ребят, которые участвовали в исследовании этой вакцины. Добровольцы находились в условиях больничных палат. И, конечно же, это отложило свой отпечаток. И поэтому со стороны университета были предприняты всевозможные аспекты по разрешению данных вопросов. У них есть антитела, и если даже на них там кашлянет носитель вируса, они без масок. И вы тоже, кстати, да? Вы тоже все уже и мы без масок тоже. То есть у них есть антитела. Вот это просто. Да. Вакцина исследовалась на здоровых добровольцах. Это не случайно, потому что мы должны были выявить даже минимальные какие-то изменения в работе внутренних органов. Стала искать какие-то варианты, что я могу сделать, чтобы помочь в данной ситуации, но, может быть, какой-то маленький свой вклад внести в эту беду, чтобы как-то